Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы играем, ну что-то тут вот, про зомбиков, подождите. Основное меню. Как называется? Да и ладно. В общем, про зомби. Я даже выговорить не смогу. Ладно. Так, играть. Это так, играть компанию. Играть, так, я зомби. Нет, я не зомби. Играть на пользовательской карте. Давайте играть компанию. Новая игра. Что у нас здесь? Новая игра. У нас здесь автосохранение будет, правильно? Параметры сетевой игры. Так, основная сюжет. Так, сюжетный режим. Нормально. Все. Начинаем. Так, включен инструктаж. Досье на объект. Кадры Сулейман, местный политик, нанятый для поддержания порядка после начала эпидемии. Его брат Хасан погиб в происшествии. Сулейман Винт, ВМГ, винит смерти Хасана. Он украл крайне важный файл, который стал козырной картой. Если с ним что-нибудь случится, файл опубликуют. Досье на объект. Украденный файл содержит описание незавершенного производства вакцины от вируса. На данном этапе производство вакцины может быть крайне токсично. Любая попытка его синтезировать приведет к огромным жертвам. Файл надо вернуть. Ну что ж, дальнейшая информация, текущий статус. Так, Сулейман отправил файл неизвестному нам союзнику. По его приказу файл будет опубликован в любой момент. Чтобы файл не опубликовали, ты... Чё? Помехи связи, короче, сделай. У тебя рация от ВГН, на нее помехи не действуют. Короче, вся надежда только на меня. По нашим данным, он руководит одним из двух основных кланов. Давай, ушел в подполье, сменил имя. Так. Ваша задача — найти Сулеймана и украденный файл, чтобы спасти человечество от неразборчивой или неотвратимой катастрофы. Ну, тут, получается, все зомбиками стали. Это игра наполовину, так скажем, паркур еще. Так, ну что, тренировочный режим, нет? Я давно вроде как начинал играть в нее. Она вроде как... Так, пробел. Нет. Мы не будем пропускать. Говорил же, это непросто. Да. Сломать ноги, потом красть. Назад, назад. Тихо. Шум их привлек. Блин. Нормально мне так. Ни за что, не просто. Чё? Сыкота. Уходим, уходим. Так, ладно. Это у нас сиденье оставляем. На. Ай-яй-яй. А меня тоже, смотрите, пробовали укусить. Щиток помог или что? Ты мне помог. Пошли, надо уходить. Я знаю, что надо уходить. Ой. Уберем его отсюда. Убирайте, конечно, убирайте. Спасайте меня. Давайте, затаскивайте, затаскивайте. Закрывайте, закрывайте дверь. Ни хрена он там их держит. Блин, вот он меня спас в своей жизни. Вот стоило вот этого. Не, чтоб меня загрызли, все, игре конец. И... Зря качал, получается. Как? Чтоб только ролик этот посмотреть. Сколько гигов там, детализация. Ладно. Ничего страшного. Башня, я Джейд. Готовьте лазарет. Здесь парень с сильной травмой головы и укусом в руку. Интересно. Вот черт. Нет, Амин погиб. Но со мной парень, у которого есть шансы выжить. Из наших? Увидим. Вот так вот, короче. Ну, что, девчонки, я должен буду. Это точно уже. От этого никуда не деться. Город Харан. Найти Сулеймана и забрать у него файл. Файл и технология дана не полностью. Препарат будет токсичным. Любая попытка его синтезировать приведет к огромным жертвам. Файл надо вернуть.
Нажмите пробел, чтобы продолжить. Нажимаем. Давайте. Ну, игра так. Девочка. Так. Я не боюсь. Тогда щипай. Он моргнул. Опять моргнул. А вдруг он зомби? Девочка. Ага, беги, зомби. Не, зомби, беги. Да я не зомби. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, пришли в себя. Давайте, так, вы получили новый наряд. Проверьте свой тайник. А где мой тайник? Используйте, чтобы двигаться. Господи, город-то большой. Так, блин, что-то у меня мышь. Так, ну-ка, параметры. Надо мышь немножко так. Чувствительность мыши немножко. Так, все. Можно. Это что такое, рок-группы какие-то, да, или что? Что за тайник? Да блин. Так, я что-то не пойму, что за дым стоит в дому? Э? Говори уже два раза, на машинном жарь, коза. Давай. Блин, проверь тайник, а где тайник-то этот? Так, а у меня ни хрена еще нету. Открываем. Ну привет, давай, охранник, значит, проспал 3 дня, а теперь детишек пугаешь? Неплохое начало, 31-й. Где я? В раю, где же еще? Шутник. Иди в комнату 190, босс тебе все объяснит. 31-й? Босса спроси. Так, встретиться с боссом в комнате, так. Куда идти только, блин? 190. Ага. Надо обходить это все дело. Что тут есть? Так, ты не ускоряешься пока что. 31 это твой номер. Ну спасибо, а то я не знал. Только что он меня назвал 31. О, спит. Так, потише. Потише, черт, теперь Анезин Амин достанется ему. Так. Давай-ка вот сюда, наверное. Ты кто? 31-й. Ну да. Как голова? Голова. Ясно, послушай, пока не скажет босс, ты не в списке. Поговори с ним поскорее и сдвинь дело с мертвой точки. А теперь прошу прощения. А, да ничего, бюрократ гребаный. Давай. Сюда тогда пойдем. Какой-то колокольчик это или стрелка. Ага. Вон оно что, Михалыч. Я ищу босса, он здесь. А как ты 31-й думаешь? Я думаю головой. Так. Что у нас? Это что такое? Это игра или что? Это предшественник Дэнди. Вау. Да я еще, видимо, угадал, правильно зашел, нашел его на балконе. Ну давай. Эй, мне нужен... Это ты, босс? Что, слишком молодой? Не нравится мой возраст? Ты хотел со мной поговорить? Так-то лучше. Ты что-нибудь помнишь? Знаешь что? Типа укрытие? Мы говорим башня. Крекон и его люди соорудили ее пару месяцев назад, и с тех пор мы здесь. Подбираем грузы, тащим все, что плохо лежит, спасаем людей. Да, я хотел поблагодарить ту девушку. Угу, потому что если бы не она, ты бы уже обгладывал чьи-то кости. Кстати, твои апартаменты тоже, она, ну, можешь подсуетилась. Можно мне ее назад, рацию? Вообще-то мне она нужнее. Поверь мне, это не тот случай. Ладно, держи. Ух ты, доверяй. Знаешь, ради чего паркурщики рискуют жизнью? Ты принимаешь антезин, который они для тебя добыли.
А сам даже не в курсе. У меня нет времени болтать тут с тобой. Мы потеряли связь с одним нашим, потому что у нас передатчики такие же. Хреновые. И будь добр, окажи мне услугу. Ты меня достал со своей рацией, так что иди-ка и займись чем-нибудь полезным. Мы тут в башне не терпим ленивых дармоедов. Эй, неправда, я не дармоед. Просто... Эй, босс. Парень, о котором я говорил, он в 13 этаже, но с таким же успехом он мог бы быть под завалом в шахте. Жду тебя позже. Понятно, ну все, ладно, пошел. Слишком молодой, помнишь? Я Рахим. Здесь заправляет Брэккен. А, ну он не босс. Все понятно. Короче, сейчас опять вниз надо идти. Он что-то тут рассматривал, разглядывал. Тут что-то есть, нет? Тайник какой-то, блин. Ну, вон рация же есть. Высота хорошая, помех никаких. Блин, ни хрена туда. Ладно. Кстати, кто-нибудь читал Том Круз. Андрей Круз. Эпоха мертвых. Советую почитать, ну или аудиокнигу послушать про зомбиков. Как они в Москве были. У него она получается трилогия. Но есть еще и продолжение. Вторая часть «Я еду домой». Так что куда ты идешь? На 13 этаж делаю кое-что для Рихова. 13-й? Черт, это будет непросто. Но ведь мы должны поровну делить все тяготы. Давай. Ну вот. И, кстати, он создал мир про зомбиков. И много еще писателей, которые в его мире копались. Это, допустим, как Мертвый или Рой. Там, ну и тому подобное. По созданному миру, господи. Сколько же тут полегло. Поэтому эпоха мертвых. Послушайте хотя бы. Главное, чтобы не там читают несколько людей. Главное, чтобы там картавый не попался. Как пала Москва и все человечество, и как они спасались. Ну, подобное. Мы уже 70 часов ждем твоего доклада. Что случилось? Ненадолго потерял рацию. С прикрытием все в порядке, но я пока не связался с лидером башни. Не доверяю. Пытаюсь вписаться. Понятно. Крейн, время дорого. Не забывай. Понятно. Да еще, меня укусили. Симптомов нет, но люди вокруг говорят, что я заражен. Тогда тебе стоит найти антезин поскорее, или уже нашел. Спасите, что за... Ох. Somebody. Ты что думаешь, я знаю английский? Блин. На. Ой. Падла. А ты как ты тут оказался? Тут есть что-нибудь? Ой. А, это моя выносливость. Так. Ой-ой-ой. Ладно, давайте посмотрим, кого мы там спасли. Понятно. И дверь мы не вышибем. Я порезал руку, пытался уйти от него. Господи, ты убил его. Проклятие. Давай. Точно порезал? Это был мой брат. Хотел его увидеть, вот и спустился. Тихо, все в порядке, я вызову подмогу. Рахим, это Крейн. Я внизу на 13-м слушаю этого человека, сильно досталось, когда он пытался спастись от зомби. О, черт, 31-й, ты пошел за Марком? Как он там внизу, безопасно? Сейчас вполне. Ладно, будь там, посылаю за тобой Лену. Лена, давай. Так, я пришел оттуда, давайте я гляну вот здесь вот. Так, пробуждение. Позаботьтесь о Марке. Ой-ой-ой. Там по-любому кто-то есть. Так, а тут автосохранение, да?
Вот стрелка даже показана. Хрен нас там. Ладно. Давай. Что тебе надо? Не дергайся, Лена придет с минуты на минуту. Молю, найди марлю и спирт. Че, рану хочешь закрыть? Пропитай марлю спиртом, это остановит кровь. Поторопись. Я скоро вернусь. Ладно, успокойся. Окейна? Окейна, я спросил. Блин, подождите. А как тут надо посмотреть сохранение? Как понимаю, тут автосохранение действует. Ладно. Так, марлю и спирт, значит, тебе найти надо. Ой, тебе. Для тебя. Стой, 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 стой. Изолента. А что, чинить что-то надо? Износ трубы или что? Так. Угу, понятненько, я такие сундучки уже видел. Так, точно тут больше ничего нету? Как-нибудь вот эта штука открыться, нет? Ладно. Идем, идем. Вот здесь мы ничего не видели такого. Ой-ой-ой, как тут воняет. Ага, круговая. Ладно. Комната. Кто тут? Всем выйти из сумрака. Блин, готовься пинаться, если что. Что есть? Блин, тут... Ну-ка еще раз. Может тут, блин, это... Как-то мышь уж больно шустрая у меня. Чем-то напоминает этот... Кто он, блин, ходил-то, крышки-то собирал вонючие. Блин, забыл даже, как называется. Fallout. Также подберухин. Так, чтобы включить фонарик, нажмите Е. Так. А мне зачем здесь фонарик-то вот? В данном-то... Ладно, пойдем. Вот здесь вот сейчас посмотрим, что здесь есть. Ничего нету. О! Стой. Да что-то есть, должно же быть. Взяли. Че, никто не придет? Никто не нападет? Что-то я сомневаюсь, чтобы все так легко и просто было. Вот, фонарь же был, почему не взять-то его? Ладно. Хопа. Для начала... Кто? Ручкой баловался? Okay, I think that's everything I'm gonna find. Let's give this a shot. Взяли, так. Ладно. Что еще у нас есть? Так, чтобы зайти в меню чертежи, нажми. Давай. Че, труба. Чертежи. Ну это уж потом. А, подожди. И что нам надо сделать? Создать. Аптечка. Все, создали аптечку. Хрен знает, что у нас еще есть там. Блин, не то, не то.
Блин. Может, что-то я сомневаюсь, как-то тут все в безопасной зоне были, ага, то-то он. На. Так, сойдет. Okay, так, кто ранен? Кровотечение. Дай посмотрю. Марли Спир, значит. Просто, но эффективно. Ничего. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Ладно, спасибо. Теперь я о нем позабочусь. Да, пожалуйста. Ну и куда мне? Ага. Все, да? С помощью... Так, поговорите с Рахимом. У тебя тоже труба. Дело труба. Неплохо для новичка. Похоже, я ошибался. Давай. Ладно, проехали. Я просто хочу вас отблагодарить. Отлично. Тогда иди ко мне. Надо обсудить, что ты будешь здесь делать. Вот сюда, да, надо идти? Надеюсь, я правильно иду. Вот как лифт не работает? Мне как? По верху лазю сам? Или как? Или меня затягивают туда? Итак, давайте-ка осмотримся. Теперь, когда... Ага, не пускают. А мне нельзя пинать такие двери, да? Понятно. Ну-ка. Я очнулся где-то... Туда мне нельзя, ага. Выход. Подожди, подожди. А в какой я квартире точнулся? Вот в этой? Вообще потерялся. Подожди. Вот вроде здесь я очнулся, там. Пройти туда. Так. Не надо. Не надо. Так. Ой. А что ты здесь делаешь? У тебя есть что-нибудь? Я у тебя могу шариться? Да, я вроде вот здесь просыпался-то. И обо мне вот он заботился или кто? Все, бежим к боссу. Босс молокосос. Ну, я прибыл. Пара пустяков, что-нибудь еще? Так, давай подумать. Рахим, ты в курсе, что хакер так раз настолько, что быть опасным? Амара сказал, что ты надумал про гнездо взрывчаткой. Что? Взрывчатка? Я этого не говорил. Ой, не надо. Не умеешь ты врать. Я знаю, что делаю. Бессмертный, значит, да? Ты не моя мама. Наша мама умерла, поэтому будь добр. Поласкивай, ладно? Все же я твоя единственная родная, особенно после смерти Амира. Ты Джейн, да? Да. Я просто хотел поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала. И мне жаль, что Амир, я вам обоим жизнью обязан. Да, обязан. Хочешь отплатить? Береги моего брата-недоумка от него самого. Ух, какая... Никакой взрывчатки, Рахим. Ух! Что за женщина? Да. Так. Мне надо с ним поговорить. Могу здесь что-нибудь забрать-то еще? У меня вообще где? Ну-ка. Инвентарь. Так я понимаю. Так, это чертежи. Так, вот какая-то жестянка. Изолента. Так, у меня... Так, изолента. Жестянка. Металлические детали. Надо вот какие-то собирать. Электроника. Гвозди. Задание. Так, чертежи. Навыки. Ух ты. Так, очки обучения. Так, это что-то бегать надо, да, чтобы получить вот это. Подсказка. Ловкость позволяет вам опережать врагов, чтобы повысить уровень ловкости. Забирайтесь на высоту. П
Прыгайте, бегайте, используйте навыки из дерева ловкости. Ага, значит, у меня не бегать и прыгать, а это ловкость. Уровень выживаемости дает вам доступ к дополнительным способностям, чертежам и вспомогательным предметам. Чтобы повысить уровень выживаемости, выполняйте задания, помогайте другим выжившим и проходите испытания. Чем выше ваш уровень, тем лучше снаряжение будет вам предлагать в магазинах. О, какая прелесть. Так, это сила позволяет вам противникам так лицом к лицу, чтобы повысить уровень силы, сражайтесь изобретательно, убивайте врагов и используйте навыки из дерева силы. Понятно. И вот это уровень легенды, я даже не знаю, что такое, давайте. А он закрыт, да? Ну и не очень-то и хотелось. У тебя есть что? Или я тоже не могу ни хрена у тебя взять? Все на улице подбирать надо, ладно. Так, ну что, хватит, теперь я могу увидеть Брэкхэма. Сперва переоденься, чистые вещи у тебя в комнате, тебе в 194-ю. Блин, я только что там был. Чем тебе мои приказы не устраивают? Он не подойдет для той работы, что предлагает Брэкхэм. Переоденешься, скажешь. Блин, ты козлина. Сразу нельзя было. Нет, я пробежал ее, прошу прощения. Блин, еще и не видно ни хрена. Это хоть моя комната-то. Мне кажется, что я тут просыпался. Выше. Нет, это стрелка выше показывает. Ладно, ну-ка, давайте посмотрим. Да, этот колокольчик, блин, это значит выше стрелка. Значит, мне вот сюда, 194-я комната. Вот так. Блин, да я вроде не тут просыпался-то. Это что, мой тайник, подсказка? Это ваш тайник. Здесь вы можете переодеваться, а также оставлять на хранение любые предметы, но по мере повышения уровня выживаемости вы будете получать доступ к новой одежде. Понятно, типа как Лара Крофт. Ну, это понятно, чистая одежда. Переоделся. Все. Спускаемся нам куда? Вниз, выше, куда надо? Так. Skills. Ты что, еще выше? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой. Ну давай. Так, надо будет на улице все подбирать, видимо. Так, Рахим, я тебя вижу, ты где? Рядом. Ага, вот сейчас у меня тренировка будет. Давай. Так, ну что ты ждешь? Иди сюда. О, то я куда-то могу. Так, кнопка прыжки пробел может перемещаться вертикально. Смотрите на выступы. Удерживайте кнопку прыжка пробел, чтобы ухватиться за него. Это действие доступно при ходе бега. Так, ну это понятно, это как ассасин. Все понятно с тобой. Так, чтобы ухватиться, удерживайте пробел. А чё я не могу-то? Ладно. А, вот. Тут даже показано, чего да как. Тут можно что-нибудь собрать? Уж знаете... Так, тебе здесь точно понравится. На край крана, давай. Блин, ни хрена ты меня тут. Ой-ой-ой, тут еще ветер, нет? Это я тебе что, самоубийца, что ли? Ну давай. Welcome to our gym. Ну вот, это наш зал. Начнем сначала. Тебе надо научиться бегать. Что значит научиться?
Просто делай, что я говорю. Так, прыгай. Самый раз, самый низ. Ну давай. Я же убьюсь, ты спятил. Ну ты слабак. Ты же это не серьезно. Смотри. Нога, нога, Рахим, лежи, я за помощью. Ну как, классная тебя наколол. Ах ты, тварина такая. Так, что, что так не понимаешь, давай. Допрыгай же сюда. Боже милостливый. Вау, это я что такое, твою ж мать, что такое? Ладно, мягкий мусор какой-то. Чтобы выжить снаружи, учись использовать преимущества местности. Едоки обычно лазят неважно, так что бегай и ползай. Я тебя подготовлю пару типичных ситуаций. Посмотри, как, посмотрим, как ты справишься. Ты где? Так. А где ты? Куда, куда бежать? Хоп! Так, неплохо. Так мне бы знать бы, куда бежать. Ага. Не видно же ни хрена. Так. А куда тут? Не сюда, подожди, не сюда. Хрена с лысого. Так, ладно. Давайте осмотримся. Здесь я не смогу запрыгнуть. Что, мне заново бегать? Ладно. Блин. Так-то запариться можно. Ну давай, удерживайте пробел. Да удерживаю я. А, вот так вот можно. Давай, залазь. Так, вот я сюда попал. Отсюда сюда. Вот сюда. Я даже и не заметил вначале. Вот так вот надо, подождите. Понял, все. Точно, блин, надо искать местности там. Так, могу смотреть. Хоп. Немножко сюда. Хопа. Блин, тут немножко... А куда, куда, куда? А куда тут надо, блин? Вот сюда надо. Не понимаю. Хоп. Оп, оп. Все. Понял. Так. Вот я могу на нее залезть ногами? Нет. Ногами не могу. Придется, блин. Итак, у меня, по ходу дела, сегодня будет... одно обучение. Блин, рано нажал. Давай, 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 еще разок. Ползи, ползи, ползи. Так, пробуждение, пройти испытание, паркур. Хоп. Так, достаточно, да? Давай. Куда тебе тут? Хоп. Пятьсот очков, ага.
Почему вот лестницу нельзя было сделать нормально? Ты же не один здесь живешь. Это что такое? Так, и куда мне? Все, выходить. Обратно. Так, что это за нахрен? Хрен? Не молчи, что случилось, хрен? Хрен, что-то со мной было. Что-то не так. Первый приступ, верняк, возвращайся назад. Так. Давай, я смогу. Должен успеть. Все, надо спускаться. Хоп. Эй, хоп. Так, а что-то я не могу. Что-то не понял, а куда мне тут надо? А, мне же тогда надо внутрь зайти. Точно. Вот иди. А, вот, спросить о приступе. Что это все значит? Я что, обращаюсь? Надеюсь, что нет. Приступы означают, что ты заразился. И мой тебе совет. Сходи к Зере. К Зере. Он тебя осмотрит, может, анестезин включит, это входит. Только перед доктором поговори с кладовщиком, наберешь снаряги, а то без нее тебе сразу башку откусят. Блин, еще покупать надо. Я нищим не буду здесь. Так. Блин, еще ниже. Подожди. Блин, это все ниже, да? Все на этом этаже. Ладно. Так, одежда, чистая одежда, изолента, так, наличных, ноль, ладно, умею делать только аптечку, так, спустись на первый этаж на лифте. Хорошо, спускаемся. Трущобы. Пробуждение, так. А где я должен был взять-то все-то нахрен? Вы чё? Или мне здесь внизу вон это находится-то? Поговорите с кладовщиком. А фух, блин, ни хрена я думал. Меня голышом отправили. Так, это я как понимаю тебе продавать, да? Что-то можно продавать, покупать. Здесь я как понимаю, типа склада, но крысятничать здесь нельзя. Да и не стоит. Так. Кто из вас кладовщик? Ты. А, так ты новый разведчик. Крахим говорил по радио. Да, это я. Меня зовут Крен. Я не собираюсь напрягаться и запоминать твое имя. Сперва поживи пару деньков. Это тебе. Ой, спасибо. Кстати, в башне ходят слухи, что ты очередной халявщик. Пришел за едой и антезином. Иначе говоря, тебе тут не слишком-то жалуют. Но не вини их. Когда ты в изоляции, легко стать параноиком. А если кто-то еще и блокирует связь с внешним миром, атмосфера подозрительности, наращивается целый город, а на помощь звать некого, одна надежда на себя. Понятия, я понимаю. Но стоит тебе принести мне или Спайку парочку грузов, и сразу увидишь, как люди изменят о тебе мнение. Переломный момент, мать его. Я-то учту. Что-нибудь еще? Я спешу. Хочешь заработать популярность, попробуй помогать людям. Окажешь им пару услуг, сразу потянутся. Окей, на. Может, бабу найдешь, чтоб не скучно по ночам. Может быть, ну только твое-то какое собачье дело. Дал мне палку. Так, а что там, металлические детали. Так, что у меня? Ржавый разводной ключ. Ну вот. Кстати, вот мне интересно знать.
Надеюсь, у него нету это срока годности. Перед выходом возьми кое-какое снаряжение у кладовщика, это поможет вам выжить. Ну все. Так, у меня аптечка. Бинт, пропитанный сильным. Так, металлические детали. Так. Это у меня есть, да? Ну, это, видимо, вот гаечный ключ. И отмычка одна штука позволяет отпирать замки. Так, да, вот предметы в наличии. Я вот это, да, могу все взять. Так. Куда мне надо? Получите укол у доктора. О, это хорошо. Подожди. Блин, мне прыгать туда надо, да? Тут завалено все. Так, может, я как-то неправильно что-то делаю? Ну ладно, давай, я прыгаю. Надеюсь. Так, а я... Где оружие-то мое? Оружие, труба. А, тут урон, да, прочность. А, прочность, смотрите, изнашивается. Прочность изнашивается. Так, ну давай. Так, разобрать. Ох ты, можно разобрать. Так, улучшить, починить. Металлические детали. Не, пока. Выбрать. Так, ты доктор. Где доктор? Ну, написано, что здесь. Подожди. Ну, давай, за дверью, наверное. А то я боюсь, что там выход. Ладно, новичок. Береги себя. Нас и так слишком мало. А где укол-то я могу получить-то нахрен? Не понимаю. Так, слушай, новичок, доктор Зарин, сходи в трейлере на 9-й площадке. Выйдешь из башни, поверни налево и иди строго на юг, там увидишь. Ну, это понятно. Так. Так, ладно, так. Звуки привлекают эту мерзость, постарайся не шуметь. Ну, давайте опробуем, я даже не знаю. Тут надо искать все это дело. Как? Что искать? Так. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, тут пока никого нету. По крайней мере, на этой площадке, где я сейчас нахожусь. Это, наверное, для ночных смен. Подождите. Я хочу испробовать. А где? Тут же до хрена же всего можно насобирать. Где вот что как собирается только? Подожди. На. На. Подождите. Ну бум, ничего себе. Так, а есть же мощный какой-то удар, нет? Тихо, тихо, тихо. Мне как очки-то зарабатывал. Хоп. О.
Давай, еще. 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 А, вот он у меня. Боевой этот опыт накапливается. Вот, закончились выносливость, так. Так. Вот я с них что-то имею. А, я с них, смотрите-ка, я что-то имею с них. Давай, давай. Подожди, я где-то вот здесь вот тоже. Ага, это не моя добыча была. Минутку. Тихо. Обыщем. Сигареты, кофе. Подожди. Тихо. Алкоголь. На. Ну-ка. Что у тебя? На. Ага, тут ничего нет, туда не могу войти. А может и можно как-то. По-любому в дома какие-то можно входить. Вот, допустим, типа как вот этот. Только как? Или типа как вот в этот. Они же как-то, ну-ка, карта есть? Как-то же должны обозначаться. Куда можно входить, куда нельзя входить. Не получилось. Так, ладно. Понятненько. Опа! Хоп! Хоп! Так. Мне что, бегать и паркурить еще надо, да? А, вот бег. Вон он. Тоже прокачивается. Хоп! Все, берем. Что здесь? А что я не могу взять? А, все. Давай, залазь. Вау, какие-то штуки могу делать, потом буду. Так, мне надо вон туда. Тихо. Как бы мне так вот, чтобы без проблем это спуститься?
Блин-блински. Ладно, давай. На! Банк размазал. Давай. Еще немножко. Отдышись. Давай еще. Не давай окружить тебя, самое главное. Еще. Спокойно. Ну-ка, стой. А где у меня? Давай, вот сюда. Ой, подождите, я наоборот убрал. Используется. На. На. Подожди. Подожди, куда ты? На. Да тихо. А, надо нажимать. Все, понял. Мне надо нарабатывать же. На. На. Спокойно. На. Да вроде не хило так он. Черепа-то крошится. На. Ну-ка. У меня где-то аптечка, да, есть? А, подождите, вот аптечка-то. На. Кто там живой еще? Еще разок. Блин, их... Ой, ну совершенствовать надо будет оружие в любом случае. Собираем. Так, смотрите, как я их много, да, побил, правда, и сам пострадал, пипец как. Я аптечку использовал уже. А вот как в дома попадать? Может, надо научиться сначала еще чему-то? Так. А сколько надо на ремонт? Ну-ка, давайте посмотрим. Урон. Урона нету, что ли, или что? Блин.
На! Спокойно. Да тихо ты, отпустись. Я как понимаю, посюда мне не пройти. Опа. А как мне к вам попасть, ребята? Давай. Вот зачем нужны эти баки. На. Все, обшариваем. Говорю, вроде не буду я тут бедствовать. Сами как-то наделись, я не знаю, нашампурились. Получается, посюда его надо. Оп. Давай. Опаньки. Да опаньки. Вот сюда. Открывай, медведь. Открывай, сова, медведь пришел. А что, все, да? Постучались. Есть кто живой? Ты слышишь? Кадмен, черт подери. Мне нужен укол вакцины. Так, подавляет симптомы. Присядьте. Анестезин. Анестезин, ладно. Отдаляет неизбежное. Это все, что удалось. Лекарство что, нет? Сейчас лекарства нет. Но видишь ли, я провожу опыты как с анестезином, так и с зараженными тканями. Это все что-то вроде бешенства. Извините, так, возможно, лекарство может и будет в дальнейшем. Так, правда? Вполне, с помощью доктора Камнедзе, и куда это я задевал инжектор? Вот он. Кто это? Он застрял в секторе 0, ну, когда была первая вспышка. Мы общаемся по радио. Мой коллега это. Все понятно. Но если бы связь была получше, то и прогресс шел бы быстрее. Если бы мои ранения, опыты принесли результат, я вводил рекомендательные формы вируса в куски мяса и разбрасывал их по городу. Ага. Чтоб они жрали их. Я рассчитывал, что мутанты будут съедать мясо, но я бы фиксировал результаты. Но они не ели. Не было результатов. Жаль, что я угробил на это столько времени. Так что держать анестезин про запас сейчас смысла нет. Всегда есть смысл. Ладно, я занят. Теперь ступай. Хорошо. Так, ну что, у меня есть сигареты, там кофе какие-то. Сомневаюсь, что они мне так-то, по идее, нужны. Давайте посмотрим, что у меня вообще есть. А ценности. Кофе. Сигареты, так, алкоголь, гвозди, изолента, металлические детали. Ну, металлические детали, да. О, прочность упала, как, ни хрена себе. Так, это как это... Так, Заре смотрел меня и сделал укол. Отлично, поможет тебе ненадолго, это неплохо. Я, знаешь ли, привык посылать тебя туда, то сюда.
Ну давай. Так, что стоишь? Иди поговори со Спайком. У него есть для тебя задание. Так, ты Спайк? Нет. Я же тебя видел. Повышение уровня выживаемости. Вау. Это что, это навыки, да? У вас есть так. Ага. Ладно, мне пока ничего не надо. Я буду нарабатывать. Итак. Спайк, поговори. Давай поговорим. Это ты, да? Спайк? Спайк? Я Крейн. Как раз не хватало. Очередной чайник. Ладно, слушай и запоминай. Есть два типа грузов. В одних еда, предметы, первая помощь, снаряжение, все такое. В других только антезин. Отправляет односторонний видеосигнал и дает знать, где будет груз. Проблема в том, что грузы с антезином забирают боевики и Раиса. А без антезина нам всем хана. Раис и его банда работают только днем. Выйти ночью означает почти верную смерть. Но следующие два груза с антезином сбросят сегодня на закате, и Брэккен намерен их забрать. Возможно, это наш единственный шанс. Какова моя роль? Ну, я же и говорил, ночная вылазка — это почти самоубийство. Было бы без... почти, если бы я полтора месяца не устраивал безопасной зоны. Брэккен и его люди будут сегодня в безопасности, если ты сходишь туда и активируешь ловушки. Вот она, твоя роль. Что за ловушки и как их активировать? Увидишь, я буду вести тебя. Помни одно, без этих ловушек Брэккен до утра не доживет. А если они не принесут анестезии, нам всем крышка. Ух ты, как все. Прежде чем туда идти, возьми... Так, ну возьми, оснастись, если что, они помогают. Короче, хрен прочтешь, ставьте на паузу и читайте. Давайте посмотрим, что тут, где, что можно взять. Так, взрыв пакеты, бери их. Ты слышал, что он сказал? Взрыв пакеты, бери их. Твою ж мать, где взрыв пакеты? А, во. Все, взял. Че так, для смены оружия удерживайте и нажмите Tab, так. Так, все. Все. Блин, подготовьте ловушку для миссии Брэккена. Ладно, давайте. Подготовим ловушку. Ой, слышите? Так, следующая страница. Модераторство. Ключ к выживанию. Обыскивайте трубы, сундуки, брошенные машины, предметы, мебели, а даже мусорные баки. Там могут быть детали для сборки оружия и деньги. Чувство выживания поможет вам найти добычу. Все, понял. Ищите на месте так огромные запертые сундуки, оставленные другими выжившими. Обычно они находятся на крышах в недосягаемости зомби и содержат оружие и прочие ценные вещи. Прекрасно. Ну это мы знаем. Так. Для начала. На! 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 Подожди. Подожди ты, матрешка. На! Так, обыскиваем. Это не мое? Не мое. Так, так, так. Понятно. Халва, ага. Как это еще хрень? Открываем, забираем кофе. Вот кто деньги вот сейчас, кому они нужны? Вот патроны, пистолеты, да. На! Ну ты дура, что ли?
Пинг-понг, я посраку, иди ты нахрен. Алкашка. Вау, вот сюда. Открываем. Забираем. Так. Ладно, идем к ловушкам, да? Хоп, блин. Хоп, не так. Хоп, блин, да что ты будешь делать? Вот так. Давай, давай, ассасин. На. Опа, забрался. Короче, за каждый прыжок, да, тут могу получать бонусы. Так. Так, это сначала машина, открой капот. Ну, вот открыл капот, и чё? На. I'm outside, working for Spike. Давай, я обыскивал. Так, слушай, один из наших пытался подготовить безопасное место, так попался. Ага, мы окружили зомби, нужна помощь. Да, без проблем. На, на. Сигареты. Ой. Давай. На. Следующий. Сказал заведующий. Ну иди сюда. На. На. Подожди. На. Какая прелесть. Подожди, а ты куда пошел? Подожди. Я тебя не отпускал. Что, еще и на тебя наткнулся? Фу. А кто мне стирать будет вещи? Пинок в сраку тебя. Еще. Так. Хоп. Эй, хоп. Хоп. Куда мне? Стоит бедняжка. На. Хоп. Давай. Давай, давай. Ничего не знаю, ползи. Хоп. Тут никакой такой бочки нету. Okay, Jade, I'm here, along with some infected. Подожди. На. На. Еще. Подожди. На. Еще давай.
Давай. На. Разбил. Еще. Запинаю, падаю. Все, обыскиваем. Подожди, где это? Теперь вы. Почему не могу взять? Ладно. Газовая труба. Так, как тебя разобрать? Так. Так, подожди, нет. Почему у меня место-то пусто? Так. Рюкзак. Так, теперь опять. Давай. Половица. Где-то тут нож или что было? Или ножка. Смотрим. Откройте. Oh, man, I think it's too late for this guy. Блин, на. All right. Finish it. Just... Да подожди ты. Okay, it's done. Все нормально. Журнал действий. Так, мы все еще нужны. Так, включи свет только как можно. Так, включить свет, а включим сейчас. Нормально. Ah, shit. Давай. Че, бежим? К следующей ловушке. Давайте посмотрим, где она. О, так она недалеко, вот в этот дом. Блин, ага, понятно. Almost. Just give me a second. А во как можно, ни хрена себе. Во как можно. Хоп. Давай. Взял. А взлом как-то так. Чтобы взломать замок, двигайте булавку при помощи мыши, проворачивайте отвертку, используя лево-право. Так как вы повернете защелку, если булавка начинает вибрировать, не прилагайте усилия, она может сломаться. Так. Ну и все, да? Нужны отмычки. Так, газовая труба. Разобрать. Так, ржавый разводной ключ. Так, вот. Давай-ка его улучшить, разобрать. Конечно, да. Так, половица. Ну,
ее тоже разберем. Куда нам столько для начала-то? Так. Хоп. Эй, хоп. Что тут? Так, куда-то правильно идем. Так, нужны отмычки, блин. Ладно. Так, а что нам сделать-то надо? Аварийное обестачивание. Доберитесь до крыши здания и свяжитесь. А, мне еще выше надо, что ли? Вон оно, что, Михалыч. Давайте свяжемся. Это Крен. Доложи. Я встретился с доктором, типичный ученый. Ему выделили трейлер с лаборатории, и он там работает над вакциной. Прием, как слышно? Слышу тебя хорошо. Добавляю второстепенную цель. И обеспечить безопасность его изысканий. Подтверди. Так, приоритет по-прежнему похищенный файл. Подтверждаю, считаем маловероятным, чтобы ученый-одиночка, да еще и в трейлере мог добиться значительных результатов. Но если добьется, они нам нужны. Понятно. Джейд, хорошо, нам нужно еще несколько таких точек. Так, для мест безопасных зон Спайк потом отметит их тебе на карте. И Крейн, спасибо, Спайк, он твой. И теперь к делу. Тебе надо активировать еще одну ловушку, посмотри, там должна быть машина. Ясно. Оу. Так. Так. Тебе пора уже есть. Так, взрыв пакет. Запустить одни в толпу. Это мертвечину довольно легко отвлечет. Отвлечь, так. Ну, понятно. Так. Что здесь? Алкоголь, деталь для сборки, это мне пригодится. Что тут имеется? Блин, надо выходить на эту штуку, чтобы метать бомбы-то. Так, у меня что? Ты говоришь, бомбы метать, да? Так, алкоголь доступно. Аптечка. Пластик. Гвозди, так, изолента, клинок. Детали для сборки ценности. Труба используется. Чертежи. Шокер. Навыки. Ну, пока навыки у меня. Так, задание. Активировать ловушку в других машинах. Вау! Подождите. Искать. Так. Ну давай. Вау. На. Алкоголь. Алкоголь. А как мне взрыв пакет использовать? Подожди.
А как мне взрыв так? Взрыв пакета, снаряжение. Да подождите вы. Так. Вот так вот. Давай. Успел. Тихо. На. 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 Подожди. Уходим. Мы уходим от погони. Сквозь года и сквозь огонь. Так. Активируйте световые ловушки. Хорошо. Блин, а нельзя было сразу сказать. Да. Да подожди ты. Тихо. Тихо. На. Ах ты. Пошел отсюда. Вот так. Что у тебя? А у тебя? Так, нормально. Блин, отвалите. Я должен ретироваться. Прошу прощения. Хоп. Эй, хоп. Давай. Не могу, ладно. Мне надо как-то туда, да, проникнуть. Ай, вау, подожди, стой. На. Сигареты. Сигареты. Так, а что у нас тут есть? Давайте. Нам же как-то это все надо будет еще нести, или у меня это неограниченно это. Лишь бы нахапать. Хоп. Открываем. Забираем. Ну, с другой стороны, не обязательно же их всех долбить. Давай. Хоп. Давай. Quite a contraption you got here. Three times. Изолента. Ordinary street lamp gives the affected quite some burn. Так, нужна отмычка. Давай, светошумовую тебе, на. Теперь до других надо добраться. Я так думаю, мне вообще подедраться здесь не надо, да? Если я такой ловкий и умелый. Джунгли меня зовут. Если ты смелый, ловкий и умелый. Пошел отсюда. Джунгли зовут. Вечером в среду, после обеда, сон для усталых, сонных людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян, в мертвые джунгли скорей. Тут есть зомбятина. На, вот так вот. А вы думали, все так легко и просто? На. Так, а как мне туда забраться? На.
Так, что это? Что надо нажать? Так. Вау. Есть. Сделал. Так, и что, когда переходим к следующему? Поторопись. Активируйте световые ловушки. Так, почините следующие ловушки. Хоп. Бежим. Батарейки. А у любимой ей села батарейка, блин. Хопа. Да хопа. Да потушеньки. Починили. А что вы мне сделаете? Болотных пока нет. Так, Спайк, весь микрорайон. Так, только не это. Ладно, слушай, там недалеко электроподстанция. Проверь ее. Ни хрена ты меня гоняешь тут. Я, наверное, единственный такой. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, как до нее добраться-то. Ага, можно вот между зданиями прошмыкнуть. Можно, можно через здание, да? А между зданиями никак. Так. Зоны и ловушки тоже отключились, так. Питание поселков, ничего страшного. Я уж понял, что на вас веры нет ни хрена. Что козлятины вы. С большой буквы. Хоп. Хоп. Так, а что здесь надо сделать? Так. Я не знаю, что здесь должно работать на подстанции, что не должно работать на подстанции. Ага. Так, а детали-то я что? Не могу эти шестеренки взять? Давай проверим. На! Вот ни хрена! Вот тебе и спасибочки. На. Ой, не сюда надо. А как его гасить-то, я даже не знаю. Так, ладно. Так, подождите, фу, ладно. Как тебя гасить? Так, найдите силовой распределительный щит и устраните проблему со светом. Там еще мелкий подсерыш этот. Надо поди, чтобы он куда-то там это бахнул или что, или увести его. Блин, а я увернулся или нет? А хрен там увернулся. По кругу не получится бегать. Давай. Так.
Так, какой фонарик-то тут включать? Вон туда мне надо. Так. Ладно. А что стрелка-то туда? А. Давай. Что-то мы сделали. Так, все, подстанцию я перезапустил. Оставь-ка электрику мне, договорились. Просто зайди в безопасную зону, там и проведешь эту ночь. Так, это что у нас? Так, ладно, надо что-то разобрать. Так, разводной ключ. Так, это у меня что? Половица. Ножка от стола. Давай, разобрать. Конечно. Так, газовый разводной ключ, газовая труба. Так, это что, просто труба? Разобрать. Все берем, все берем. Чертежи. Прежде чем стемнеет, вернитесь в безопасную зону. А мне сказали ночь здесь провести. Ой! Да беги ты, блин! Валим. Вот он. На. Блин, давай. Сваливай. Ну ни хрена, конечно, не видно, блин. На. Хопа. А я паркурщик, да? По крышам. Подожди, у меня есть, так, ценности, аптечка. Не хочу молодым в рассвете сил помирать. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, куда мне? Фух, какой-то зеленый монстр. Вот нахрена ты туда идешь? Зачем? Что это за хрень? Эй, док, это Кайл Крейн. Крейн, чем могу помочь? Видал тут зомбака весь в зеленых волдырях, дал дёру, как только заметил меня. Ты что-то подобное раньше видел? Ха, боюсь, информации недостаточно, но если увидишь такое, еще раз дай мне знать, хорошо? Да, обязательно. Чё мне? Сон позволяет вам пропустить время дня. А где? Так, разводной ключ, чё? Пусто, хранилище пусто, мне здесь и ничего и не надо, наверное. Газовую трубу давай одну оставлю здесь. Так, как положить в хранилище? Все, нет.
Чё? Всё. Ну что ж, я думаю, на этом всё. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы увидимся уже только в следующем видео. Так, случилось что-то плохое, надо поговорить. Окей, give me a sec. А ладно, один...